Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Продолжаем новую тему «Переход в пятое измерение. Жизненные приоритеты». Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, начнем непростую, но столь нужную для вас работу по очищению вашего сознания от трехмерных программ, что позволит вам избавиться от всех своих стереотипных мыслей, а значит и поведенческих шаблонов, и начать нужно с того, чтобы установить главные приоритеты в своей жизни. Как вы понимаете, каждый должен сделать это сам. Поскольку подобрать единую инструкцию в данном случае просто невозможно. Я могу дать вам лишь общее направление – которые помогут вам разобраться в самих себе. Будем исходить из того, что люди, читающие это послание, уже в полной мере понимают, что главенствующим в человеке являются его дух и душа, а не физическая оболочка и ум, который уже давно оказался в плену дуального мира. И теперь ваша задача поставить ум на службу душе, что позволит вам выстроить свои жизненные приоритеты, исходя уже из желаний души, а не вашего человеческого эго. Начните с малого. Попробуйте отсеять из своей жизни все то, что уже давно вам не нужно, что не доставляет удовольствия, а лишь тянется за вами шлейфом, как пережитки трехмерного мира, из которого вы так мечтаете вырваться. Это может быть все, что угодно. Ненужные вещи, которые вы можете раздать нуждающимся, или обязанности по отношению к своим близким и друзьям, которые вы исполняете уже на автомате, лишь по привычке, а не для души. Это могут быть и отжившие отношения, которые тянутся многие годы, но которые уже не объединяют вас с этими людьми, а лишь вызывают отторжение. Я думаю, что многие из вас уже испытали это на себе. А дальше разрыв в вибрациях между людьми, из-за которого происходит подобное отторжение, будет лишь увеличиваться. Конечно, вам нужно делать все это очень мягко и безболезненно, не противопоставляя себя другим, не кичась своей духовностью и исключительностью по сравнению с ними, что только породит обиду с их стороны и подогреет гордыню вас самих. Отныне деликатность и такт должны стать вашими главными союзниками в отношении с любым человеком, встреченным на вашем пути. Почему это так важно? Потому что только эти качества способны нейтрализовать любые негативные эмоции, так часто рождающиеся между людьми трехмерного мира. Это поможет уберечься от них вам самим и не подпитывать ими других, а значит, не добавлять зла в этот и так искалеченный отрицательными энергиями дуальный мир. Я знаю, что многим, и особенно эмоциональным от природы людям, очень трудно научиться сдерживать себя, не выплескивая вовне то, что скопилось у них внутри. И здесь я могу дать вам один единственный совет, чтобы искусственно не сдерживать свои эмоции, что неизбежно начнет разрушать вас изнутри, научитесь отлавливать их в самом начале, вовремя говорить себе «стоп». Но главное, поймите, почему эти эмоции готовы были вырваться наружу и обрушиться на вашего собеседника. Проведите мгновенную работу над ошибками. И вы увидите, что почти всегда ваше недовольство кем-то является отражением ваших собственных неизжитых до поры неприятных качеств вашего характера. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта.
Вы прослушали тему «Переход в пятое измерение. Жизненные приоритеты».